Че? В чаган зашла? Ребят, перед началом видео хочу сказать, может быть, проблемы со звуком. Ветрище у нас. Так что приношу извинения. Посмотрим, как получится видео. Ну и всем приятного просмотра. Привет подписчикам, зрителям моего канала. Приехали, ребят, на рыбалочку с Илюхой. Приехали, будем сейчас щучку гонять. Пришла мне вот такая вот сумочка, видали, мешковатая. Ну, удобно тут, например, положить можно. Вот я для камеры тут ложу, там ножик, не ножик. Все можно положить. Мне, то есть, не только для рыбалки, например, положить эту коробку, а также положить сюда. Ты что, Илюх, цепляешь? Опер. И также положить вот воблерки всякие. Там снасти, не снасти. Я вот этот опер, наверное, одену. Сейчас попробуем, не знаю, ветер, наверное, будет. Сумка, да, реально, ребят, удобная. Катушечки у меня лежат. Ну, все, короче. Наверное, еще буду ее использовать. Ну, чисто вот для камеры много всякой ерунды таскаю там. Скажите, я скажу. Штативы, не штативы, зарядки, флешки. Куча всякой ерунды. И, то есть, до этого таскал в портфеле в таком. Неудобно было. А сейчас буду вот таскать в этой ерунде. Сейчас пойдем попробуем щучку погонять. Надеваю вот поппер. И как у меня не получится его. Буду пробовать с него. А там посмотрим. Может, блесну оденем. Опа. Ящик только, видите, у меня чуток длинновастый. Приходится вот так его. Он и закрывается без проблем. На плечо накинем и попрем. Вот этот верхний отстегивается. Вот тут на липучках. А так тут вот длинный ремешок. Все, погнали. Илюха уже кидает. Ветрище, ребят, не знаю. Как что получится. Я в забратках. Более-менее удобно. Но пока будем на поппер. Илюха до этого тут ловил. Ну, сейчас мы попробуем. Вон туда выйдем, наверное, куда-нибудь сейчас. Вон тут. Опа. Глубина, видите, сразу. Течение прям сильное. Катушечку новую обкатываем. Обалденная. С ней, ребят, реально закид дальше. Ставлю вертлюжок. Сейчас попробуем на него. Поппер что-то неудобно, течение прям. Илюха там затишки встал, вроде более-менее у него. Сейчас попробую на вертлюжок. Новый вертлюжок. О, рыбка плавает, прикольно. Ух, против течения прям, как вертлюк работает. Вижу, прям блестит отсюда. Может, окушочек будет на него. Вот это, конечно, не китайский вертлюжок, работает совсем по-другому.
Интересно, осталась тут рыбка? Такая лужа появилась. Нету лягушки. О, тут мелячок. Там меляк. Прям совсем меляк. Ау! Давай, иду! Илюха хапнул. Бегу! Бегу! Быстрее, быстрее. Давай, давай, бегу, бегу! Вот. Бегу, бегу! Есть щука, ребят. Чё? В чаган зашла? Да я видел её. Фух. Ого, сейчас попробую. Ого, тут глина. Яма, понял? Сейчас вот так вот. Все. Где она? Блин. Сейчас я. Не могу, где? Вон, на хорошее. Блин, поверху. Попустить можешь ее чуть-чуть? Я попущу. Блин, она под чаком. Да? Нет. Сейчас. А как, попробуй. Да. Зачетно. Отчет. Блин, я набрал. Набрал? Ага. Блин, я зацепился, понятно. Хорошо, справа. Ну да, на два сада. Ну хорошо, когда берет полностью заглатывает. Хороший. Давай. Если хотят искать, не отходи далеко. Три раза кидывалась, пожалуйста. Три раза кинул? Два раза мазала, на третий раз потише сталкивает. Хорошенько. Нормально. Давай зафоткаем. Да, подмотай, подожди, подожди. Леску подмотай. Хорошо, хорошо. Цепляй так, чтобы все было. Ну тебе вот отсюда можно швырять. Ребят, не успел. Зачет. Зачет, парни, смотрите какой. Оба. Ах ты. Зачетный окушок.
вот такой вот. Пойдем сейчас туда пройдем. Там попробуем его. Он там вон взял. Ветрище, ребят, не знаю, что будет, слышно, не будет. Если что, буду обрабатывать уже на компьютере с таким звуком. Вообще непонятно было. Даже не хватанул, как будто я его так подсек, пока вел. Хороший окунек. Зачет прям. Ну да, она подходила, но не брала. У меня окунь больше. Давай померим. Да смотри. Но ему больше лет, я не про то, что он весом. А у меня зацеп. Ух ты. Ребят, едем сейчас на другое место. Не знаю, что посоветуете, блесну поставить или вот этот поппер. Ой, поппер, воблер. Что думаешь, блесну или воблер? Держу. Вот это, да, попробуем? Сейчас попробуем, ребят, вот этот воблерочек. Дожди у нас. Вот такой вот воблерочек. А сколько он грамм, блин? А вы что поставили? Пишите в комментариях, блесну или как он вот этот рабочий. Так, и зарядку. А? Что, ребят, спускаем лодку. А, тут нормальный выход. Не, нормально. А? Не, нормально. Так, где? Еще давай прокатим. Садись. Держи спиннинг. Сейчас, подожди, сюда. Да, садок сразу назад. Садок? Сачок. Да, у меня он садок, сачок. Вот так еще. Цепля. Невесты? Женихи. Женихи? Это уже хуже. Алькасты. Там вода прям ушла. О, смотри, вон она. Да? Да. Держи, кидай груз. А? А воблером как работать? Просто вести его? Подергивай, сильнее дергивай. Сильнее. Вот, раз.
забираешь. А ты закинул груз? Нормально, да, он швыряет? Хороший был или нет? Не, нормально был. Вон там и бил. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто там? Жерех? На блесну взял. О, есть. Такой же, да? Лишенок в тот раз. Красавчик. На этом же месте, ребят. Лазит тут он. На блесну на обычную взял. Я сейчас вот такую буду ставить. Пес по течению, да, взял? Вылетело, ребят. Замок у меня этот. Что, есть? Илюхе идет поклевка. Включил, чтобы быть наготове, так сказать. А? Два раза промазывал, вроде не быстро тянулся. Поводок, все. О, смотрите, карась. Видишь, карась стоит? Гля, какой крупный. А вон тот черный. Сомик, что ли? Вон он обходит. Вон они пошли, ребят. Вон там обходит нас. А? Там такие крупные. Офигеть, а те свалили. Прикольно, блин. А вон они стоят. Вон, видишь? Вон, вон, вон он, пошел один. Давай, 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 давай. Быстрее. Вон они проходят мимо. Они вон туда уже прошли. Еще как? Небольшая. На блесну берет. На... Не пойму. Не, зацепил. Окунь. Бля, стая прям окуней подошла, ребята, вот так в отвес. Прям стая их. А что тут у тебя может? Окушки? А? Да, кормушку закинул и тяну. О, вот он, окунь. Я видал, как ты его за бок зацепил. Ну-ка, дай покажу. Кушочек. Он, да, значит, бил? Он от самого отсюда идет, стая. Стая, видно? Бля. А у меня мелкие шли. Такая, тут больше, ага. Ребят, поставил вот эту блесну с Алиэкспресса.
На Алиэкспрессе ее заказывал. Щучку маленькую на нее ловил. Женек на нее, селедка у него бралась. Сейчас мы ее проверим, как она будет работать опять. Что, зацепите? Вон он, нифига себе, это щука. Офигеть, он туда в чакан зашла. Блин, вообще такая трешка. Офигеть. Малек же, видал, разошелся? Офигеть. А где она плыла или просто по течению? Она, блядь, стояла в прочатке. А вон его, смотри, малька сколько. Вот она кормит. Ну да, она рот открыла. Вон окушок, голавлик. Вся рыбка ходит. Блин, офигенно. Рыбки, ребят, куча играется. Что-то брать не берет. Ребят. Оба. Блин, зацеп. Хорошим. Кидай, кидай этот. Кидай якорь. Вон он дальше бьется, блин. Кидай якорь, Илю. Ну, ребят. Тихо. Тихо. Такой вот жерешок. Шикарный. Да, это блесна рабочая. Проверена. Ты не кинул? Блесна проверенная. Туда дальше фигачил, прям видал. Вон там, куда дальше. Куда дальше? Да вон туда, вон. Да тут даже не докинем сейчас. Не докинешь? Неа. Там прыгнуть? Не, дальше. Что, нас не держит этот? Нас держит. А вон видит. Да, он там под чеканком. Раз. Дожди, надо поставить ее, чтоб катушка не в песке была. Так, попёр? Да. Дай мне сумку мою. И чё, сейчас всё заберём. И свалю, да? Блин, сумку изморали. Печаль, беда. Давай этот свой. Спиннинг. Дамкрат, давай. Якорь, якорь, да? Самый лучший якорь, ребят. Что было в машине? Этот, наверное, уже в лодку воткнулся, попер. Да. Я наступил. Оставили лодку, ребят. Сейчас идем за машиной. Машину заберем, поедем за лодкой. А вон он, смотри. Довольно такой неплохие он. Вон стая их плавает. Голавликов. А вон они, смотри, эти. Мужики в тот раз, которые. Мужики. Мужики. Бля, у них там свое это. Вытоптали тут.
Есть что? Ну да, какие-то. Не хотят они с нами общаться. Ты причем стрекоза, да? Ну да. Да, идти нифигово, ребят. Пришли сейчас. Поедем забирать. Ну, видели, что мы наловили. Особых таких больших экземпляров не было. Ну, хоть что-то. Хоть не без ничего остались. Ребят, ну все. Подошли мы. Хотели еще по дороге пойти. Покидать. Ну, что-то там мест особо не было. Фух. Дошли до машины. Сейчас переоденемся и попрем лодку забирать. Ну, сами видели, какие поклевки были, какая рыба была. Особо крупного ничего не было. Ну, так, в принципе, я считаю, более-менее. Вы уж комментарии напишите. Вы как думаете, удалась рыбалочка, не удалась. И вот столько мы наловили. Ну все, ребят, кому понравилось, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал, кто не подписан. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока.